Добро пожаловать на наш канал Airgun Media. Сегодня вашему вниманию представляем пневматический пистолет от московского завода Атаман, модель АП-16-511B. В комплект поставки входит сертификат соответствия, запасные прокладки, штуцер, ключ-шестигранник, паспорт, гарантийный талон. Саунд-модератор и сам пистолет. Рукоять пистолета выполнена из ценных пород дерева. Основные части пистолета выполнены из высокопрочного алюминия путем фрезеровки. Открытых прицельных приспособлений достаточно на стрельбу до 10 метров, также они регулируются. Сверху над стволом имеется планка ласточкин хвост для установки оптических или коллиматорных прицелов. Для того, чтобы взвести пистолет, необходимо отодвинуть рычаг взвода в крайнее заднее положение. При каждом взводе клип-барабан прокручивается автоматически. Кнопочный предохранитель на пистолете блокирует ход спускового крючка. Для регулировки спускового крючка имеются три винта. Гарантийный срок службы резервуара составляет 10 лет. Манометр находится в передней части. Для того, чтобы заправить пистолет, необходимо комплектный штуцер вставить в заправочное отверстие. Пистолет возможно заправить с помощью насоса, баллона или компрессора высокого давления. Клип-барабан вмещает в себя 7 свинцовых пуль калибра 5,5 мм. Пули устанавливаются со стороны храповика. В пистолете используется чоковый ствол Lotter Walter, который имеет 12 нарезов. Клип-барабан устанавливается храповиком к клапану. Для установки саунд-модератора на конце ствола имеется резьба, скрытая фальшгайкой. В комплектный модератор установлены 3 стаканчика. Приобрести этот пистолет вы можете как в интернет-магазине с доставкой на дом, так и в розничных магазинах сети Airgun. По промокоду, который мы оставили для вас в описании, вам будет предоставлена скидка при оформлении заказа. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть далее в наших обзорах.